Первым посетили дом в поселке Пятихатки. Здесь живет участница Великой Отечественной Зинаида Кривицкая. В годы войны была радисткой на Юго-Западном фронте. Председатель Совета Леонид Кочетов, глава Приморского сельского округа Василий Рогалев и председатель Совета ветеранов округа Александр Грязнов торжественно вручили Зинаиде Захаровне юбилейную медаль, цветы и подарок. Следующие медали поздравления принимал житель хутора «Красная скала», участник войны Василий Сухина. От имени президента мне поручено вручить вам эту медаль. Пожелать вам здоровья, мужества, выдержки и сказать вам слова благодарности от имени главы города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева за ваш подвиг, за то, что вы сделали для потомков. Третьим адресом для визита стал дом в селе Цибанабалка. Нина Зорина испытала голод и холод, ужасы смерти в годы блокады Ленинграда. Без юбилейной медали не останется ни один ветеран войны, который внес большой вклад в победу над фашизмом.